Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мечи и солдаты HD». Мы играем за компанию мясников, и у нас обезьяны и гриль. Поехали. Шеф, как представитель ассоциации «Викинг и топор», я должен сообщить, люди устроили забастовку. Что? Да, мы голодаем и требуем достойной еды. Я думаю, пришло время для моего нового рецепта. А мы можем тебе помочь, шеф? Да-да, вы можете. У нас будет большой праздник там, на месте барбекю, и вы приглашены. Действительно? 12 будет достаточно, я думаю. Да, определенно. По крайней мере, 12 из вас могут присоединиться к празднику. Мы начинаем через 4 минуты, спешите. Задача уровня. Доставьте по крайней мере 12 обезьян к месту с барбекю в течение 4 минут. Так, победить 12 воинов. Победить. Так, ну ладно. Вот отсюда мы должны, да? Погнали. Нам нужно с тобой спешить. Так, ну с этими разберемся, да, получается? Окей. Так, а кто нас тут может напрягать? С этими тоже. Ага, вот эти вот. На нас напали. Кто на... Упс, точно на нас напали. Так, секунду, что у нас тут-то происходит? Пошел ты! Понял, что творит, а? 3 минуты, говорит, осталось. А не слишком ли мало? Если я, например, вот сюда вот запущу. Готов. Так, дальше двигаемся. Так, поверху, да, пойдем? Так, давай посмотрим, что у нас тут. Прекрасно. Ага. Это ловушка, да? Это ловушка, друзья мои. Осталось, говорю, 2 минуты. Так, похоже, сработало. Похоже, сработало, кричит он. Давай вниз. Здесь, наверное, нам тоже надо вниз. Потому что нам нужно золото с тобой. А тут ловушка. Давай, давай, проскакивай. Замечательно. Так, посмотрим, что у нас тут-то творится. Здесь тоже нужно вниз идти. А, еще 7, да, осталось нам привести. Пошел ты. Так. Этот пока оглушенный. Зашибись. Тут никто у нас не атакует, нет. Так, а этого-то будем выручать? Вот. Так, 7-ых. Нам нужно вниз, да? Осталось всего пару секунд, кричит этот, а? Так, смотри, тут 5. Еще 2 нам не хватает. Раз. И там еще вдалеке. А почему их молниями-то бомбит, я не пойму. Слушай, ребята, еще один. Давай, 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 быстрее, 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 обезьянка. Ну. Ужин. Обезьянно-бургеры. Хм, вкусно. А, мы... Мы, короче, с тобой обманули обезьян, да? Сказали, что они нам могут помочь. Пригласили их типа на еду, а сами их убили и съели. Ну что же, у нас с тобой следующая миссия называется «Большой гольф». Начать.
Съесть свою команду не лучшая идея, если мы хотим победить на празднике сосисок. Я думаю, я знаю того, кто мог бы заменить этих обезьян. Так, что это у нас тут? Что мы делаем на поле для гольфа? А, вот ты где, Эдмунд. Приятно тебя видеть. Два. Два берди, три боги и хол ин уан. Везет. Рома, ты не можешь закончить игру без своего мяча для гольфа. Только скажи, мы можем найти мяч, если ты поможешь нам на ПВСС. Так, помогите Эдмунду найти свой мяч для гольфа. Помогите Эдмунду найти его мяч. Зашибись. Блин, как нам тут сделать-то лучше с тобой? Хилять его? Ну, предположим, вот этого главное, ребята, нам уничтожить. Иначе он сможет нас подбить здесь, понимаешь? Так, готов. Бумс. Давай, 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 он заморозил, да, его? Так. Хиляем. Сколько стоит? 35, да? Ну... Так, если мы сейчас уничтожим, у нас с тобой 100 энергии. 100 энергии, так. Самый злой здесь это вот этот, ребята. Пока вроде бы все хорошо. Хиляемся. Восстаньте. Опять он начал тут бубнить. Так, минус, да? Тут еще какая-то тыква, блин, стоит. Преграждает нам путь. А это сейчас будет... Да, это будет бомбить по мне. Я понял. Хиляемся. Нам нельзя потерять этого чувачка, ну ни в коем случае. Блин, а там еще, ребята, армия, а? Так, кто там у них за главного? Опять этот, да? Лечимся. Так, потихоньку, потихоньку мы с тобой продвигаемся. Совсем потихонечку. Топор, подожди, не спеши, вперед, батьки. Так, кто у них там, я не знаю, ребята. Одна башня осталась. Кукуруза потом какая-то там еще лежит. Так, хил. Опять хил. Так, тут с кукурузой пока будем возиться. Будем лечиться. Ребят, другого варианта все равно у нас нет с тобой. Только лечиться. Давай. Последняя башня. И тут тупик, ребята, больше я ничего не могу сделать. Посмотрим, к чему это нас приведет. Есть. Ну и где твой мячик для гольфа? Найдешь ты его или нет? Хм, куда-то идут, довольные. Нашел? Отлично. Конечно, твоя жена и дети могут прийти на ПВСС. Мы победили. Так, друзья мои, у нас следующая миссия — гипнотерапия. Мясной мой, мы с женщинами идем по магазинам. Что? Сейчас? Но, милая, праздник сосисок. А мне понадобятся деньги, чтобы купить новые туфельки. Женщины, думаю, мы должны найти новых золотоискателей. Так, что это у нас тут? Удачный денек, вон там видно золотоискателей.
Но как их доставить сюда? Ауч. Опа. Хорошо. Это поведет их в нужном направлении. Удачи, Эдмунд. Доставь как минимум 6 золотоискателей на свою базу. Так, ребята, шестой раз переигрываю, блин, и никак не могу пройти. Так, ладушки, тут заморозку это специально они делают. Здесь уничтожаем викинга на вышке. Сейчас пойдет уже вражина скоро. Так, для этого мы с тобой сделаем ловушечку. Обязательно. Так, секунду, где-то вот тут. Вон он идет. Опа, попался парень. Это первая, ребята, ловушка. Но это еще не все, поверь. Так, опять заморозку делают? Подожди-ка, что-то я не помню, чтобы такое было. Слушай, мне нужна манна, чтобы поставить ловушечку. Так, где-то вот здесь они должны уже появиться. Вот только, ага, вот здесь, по-моему, или где? Вон они идут. Так, одного поймали. А этого можно, в принципе, молнией бомбануть. Хотя... Поймали, отлично. Вот здесь, друзья мои, где-то сейчас будет офигенная ловушка. Вот они. Вот они идут вдвоем. Нужно их поймать. Одного поймали. Одного поймали. Сейчас этого с собой поймаем, не волнуйся. Посмотрим на этих золотоискателей в действии. Собрать 1500 золота. Ну, давай, попробуем. Так, а мы еще должны защищаться, что ли, или что? Так, я могу что-то? Да, я могу, ребята. Слушай, мне совсем не нравится, знаешь что? Блин, мы улучшились эти, да? Оу, тут уже вояки пошли. Ага. То есть нам с тобой еще и нельзя здесь проигрывать? Подожди-ка, где же вышка-то? Вот она, вышка. Ставим вышку и топорщики. Так, здесь тоже должна быть одна вышка, да? Подожди-ка, идите лучше вниз. Вот она, вторая будет вышка у нас тут стоять. Опа, опа, опа. Бежит. Отродье аборигенское. Так, это же... Это не наша вышка, ребята. Топор, друг человека. Топор, друг человека, говорит. Мы можем что-нибудь с тобой... А, у нас только лишь... Заморозка, да? 1500 нужно золото нам с тобой насобирать. Ладно, попробуем. Давай, иди понизу. Опа. В атаку! Куда мы вообще идем? Мы улучшили. Идем с тобой, идем куда-то непонятно куда. Правильно, вражескую базу нужно бомбить. Не давайте здесь вообще шанса, да? Бедные мои обезьянки там валяются, глючат. Так, нам осталось только с собой прокачать. Помните, мы здесь, чтобы собирать золото. Да я помню, помню.
То есть такой тонкий намек, да? Не надо воевать, просто собирай золото. Хорошо, 1500 нам нужно собрать. Давай попробуем. Никого здесь не трогать больше. Давай, 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 родные мои. Так, уже 400, да? Но этого мало. Что такое 400 монет? Это фигня. Так, ну, магию-то я могу применять. Вот так вот. Опа, извини, парень. Посиди чуть-чуть. Потомись, так сказать. Так, а это у нас... А катапульту я не могу, наверное, да? Поймать в клетку не могу, давай проверим. Могу. Есть контакт. Так, вышку, да? Сейчас мы с тобой ее уничтожим. Так, я ведь могу и буду приумножать своих великанов. Так, здесь надо будет понизу пойти, потому что мана там лежит. Упс, немножко... Не подрасчитал чуть-чуть. Сколько там еще осталось? 300 монет? Хильнемся. Так, давай, давай, давай. Ману, 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 ману собирай. Посиди в клетке и подумай над своим поведением. Ну что, осталось 100 монет нам насобирать, и все, ребята. Йо. Ну, отлично. Я думаю, теперь мы готовы к ПВСС. Я надеюсь, тоже мы готовы. Так, нечестная игра. Вот так мы и оказались на празднике веселых суперсосисок. Да. Ну и долгая эта история, скажу тебе. Это ты? Тебе никогда не победить на празднике сосисек. Судьи на моей стороне. Ты подкупил их, негодяй. Давайте избавимся от всех судей и заберем ихнее золото. Убей 6 судей ацтеков. Ну, давай попробуем. Так, значит, вот это, я так понимаю, судьи, да? Судьи ацтеки. Пойдем с тобой поверху. Для этого я возьму, наверное, здесь... Великан, это однозначно нам понадобится. И катапульта. Наверное, да? И катапульта. Плюс, наверное, мы с тобой возьмем... Вот так. Попробуем. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, атакуем. Этого некроманта не надо выпендриваться. Давай, вали этого некроманта. Так, теперь нам нужно с тобой еще вниз. Наши судьи под атакой. Усилить охрану. Один готов, еще 5. Еще 5, это вот эти вот внизу, которые, да? Блин, катапульта одна осталась. Елки ты палки. Так, что у нас тут? Поверху, да? Пойдем. О, это чувачки с заморозкой. Ребята. Ну-ка. Сможем ли мы их тут расклепать? В принципе, можно. Если осторожно, конечно же. Ракета к бою. У нас с тобой золота не хватает. Так. Ладно, предположим. Кто у нас тут остался? Два ракетчика? А, великан еще. Два ракетчика. Так, золото мы здесь с тобой заберем. Давай-ка попробуем понизу пойти. И катапульту призовем. Так, а если мы с тобой пойдем поверху? Ну, поверху так поверху. Да, эти, конечно, ребята замораживают, и все, и тут ничего ты не сделаешь. Давай, ракетчики. Упс.
Нифига тут их армия-то пошла. Воу. Обезьяны сразу в минус. Так, тут два ракетчика летят. Не хватает у нас с тобой золотых монет. Не хватает золотых. Так, нам нужно всего лишь двоих победить. Вот этого и вот этого. Так, ладно, пойдем, наверное, поверху. Пока поверху, да? Попробуем справиться с ними. А там золота нету. А, вот здесь будет. Если что, возьмем золото и пойдем уже с тобой понизу. А эти же у нас сейчас бомбит. Ай-яй-яй-яй, вспомнил я. Есть, все-таки мы подбили. Так, катапульта, а великан есть? И... Подожди, а где великан? У меня две катапульты, что ли? Все? Это вообще не реагирует, такие. Так, ладно, забираем золотишко. Ракеты к бою. То есть тут одна катапульта у меня всего лишь, да, будет? Мочи! Мне, чтобы вернуться, да, развернуться и... Катапульта! Так, я понял, это вся армада пошла на меня. Лучше не придумаешь. Сиди, я открою. Так наверх надо было. Ой, тугодум. Слушай, а ведь один ракетчик можно, наверное, победить? Наверное. Эй! Да что ж вы. По-моему, ребят, мы сфейлим сейчас. Если ракетчик не успеет забомбить. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь это честный бой снова. Фу, я уже думал, сейчас, ребята, нам крышка будет. Так, обратный марафон. Готов быть посрамленным, мясник? Ну давай же. Что у нас тут? Давайте поаплодируем нашему гостю, бесстрашному завоевателю Чили Рыжебородому. Добро пожаловать, дамы и господа, на ежедневный... Добро пожаловать, дамы и господа, на ежегодный ПВСС с призом в 1000 коров. ПВСС состоит из трех раундов. Первый называется «Обратный марафон». Первый, кто уничтожит базу противника, получит 100 тысяч золота и пройдет следующий раунд. Разгроми базу противника, чтобы получить 100 тысяч золота и выиграть раунд. Понял? Золото, золото. Подожди, а где? Что-то я немножко не понял. А где мои эти? А, вот они, господи. С другой стороны, оказывается. Я привык, что мы с этой стороны все время. Так, мы улучшились, это хорошо. Нам нужно собрать как можно больше золота, да, и быстрее. Насколько я могу понимать. Ладно, делаем усилия на рабов. Так, что у нас тут дальше? Хил. Слушай, ну у нас с тобой не так уж и много всего, что мы можем и хотели бы, да, с тобой сделать. Сколько ты стоишь? 70 золотых. Не понял. А куда эти чувачки отправились-то? Что происходит? Хоть кто-нибудь что-нибудь понимает? Не знаю, я попробую вызвать топорщика. Хочу посмотреть, в чем прикол. Они, видишь, все под гипнозом. Идут ко мне. Мы, по идее, наверное, тоже с тобой, да? Сейчас тронем здесь вот этот чили. И тоже будем загипнотизированы, да? Ха, что? Ну вот я тебе об этом говорил. Так, ну у меня викинги-то будут посильнее, чем его мечнички. Более, мы можем еще хиляться. Эй, почему я не могу хильнуться-то? Че за бред? Хил не работает. С какого перепуга я его-то хиляю?
что за бредятина? Что-то здесь не то творится, ребят. Сейчас получишь. Сейчас получишь. Я не могу своих хилять, ты понимаешь? Слушай, они меня тут прессуют потихоньку. Так, нам, наверное, надо с тобой что-то изучить. Молот Тора. А толку-то от этого молота Тора, я не понимаю. Вот это, наверное, нам нужно заклинахи. Так, еще последнего раба мы с тобой. Ага, ракетчики уже пошли. Ракетчики-то плохо. Слышь, поди сюда, давай это. О, заморозку. То есть мы должны как бы... А здесь, наверное, мы подойдем. Придем уже, как говорится, в свои чувства, да? Мне бы заморозочку бы, а? Слушай, что-то их тут дофигища становится. Почему не действует вот это вот все? Ну-ка, Тор, помоги мне. Я не могу понять. А, теперь я, кажется, понял, в чем прикол. Теперь, друзья мои, я, кажется, понял, в чем здесь прикол. Сами с собой еще воюют? Что-то странное тут происходит. А как тогда это все должно работать? Отхиливать я своих не могу. Я не могу много чего вообще сделать. Мана. То есть, если я подойду на их территорию... Так, мы должны собрать свое золото. Всего лишь 100 тысяч. Это наша такая с тобой основная цель. Вопрос, как мне это сделать? Не знаю, если честно, пока что-то даже не догоняю. А может быть, просто сидеть и копить? Ладно, давай будем с тобой просто сидеть и копить. Они сами себя поубивают здесь, по идее, должны. Вот тут вот. Если я все правильно понял. Заморозка на них не действует. Ну 100 тысяч золота, ну это, ребят, ну это перебор. Как по мне. Вот, смотри, вот что сейчас будет. Вот они идут, блин, не получилось. Вот смотри внимательно. Что здесь будет происходить? Ты видишь? Вот объясни мне, что это происходит? Вот здесь все работает. Как это можно объяснить? Не понимаю. Не понимаю и все. Как тут этот принцип работает? Здесь я ничего не могу им сделать, но как только наверх не подниматься, сразу могу. Ну, в любом случае, у нас только с тобой 2000 золотых, а нужно 100 тысяч. Ну, это же, ребята, офигеть. Сколько я здесь должен? Вон, они друг с другом даже дерутся, видишь?
Так, а что если, знаешь, что сделаю? Отправлю сюда и молот Тора. А может быть, вот эту вот дребедень нужно уничтожить, а? Скорее всего, вот для чего нужен молот Тора, ребята. Точно. Видишь, они тут друг с другом. Вот этот перец надо нам уничтожить. Только нам уничтожить нужно не наш, а их перец. Вот оно что. Я понял теперь. Приколюху-то ихнюю. Точно, друзья мои. Так, мы с тобой 100 тысяч-то, конечно, запарим скопить. А вот если мы их уничтожим... Хотя вот этот перец, блин, нам как бы и не выгодно с тобой уничтожать. Да? Невыгодно получается. Так, ладно, копим, короче, на молот Тора. И будем бомбить. И будем с тобой уничтожать. Вначале, я не знаю, то ли вот наш надо подбить. Скорее всего, наш. Чтобы мы могли с тобой лечиться, да? Да, будем, наверное, вот здесь уничтожать в первую очередь. Так и поступим. А его самураи, как говорится, под гипнозом. Пускай там ходят, бродят. Все, наконец-то я понял, для чего, куда и что. Думаю, нафиг нам тут молот Тора. Вот, вот сюда вот будем бомбить. Уничтожим с тобой этот перец. И мои, как говорится, воины будут... обычными, без гипноза. Я могу их лечить. И также, если я уничтожу с его стороны, я смогу врагов замораживать. Видишь, в данный момент они просто ходят, как эти невменяемые. Так, ну что, молот Тора, в принципе, готов. Запускаем. Проверяем, ребята, прав я или нет. Конечно, прав. Ты видишь? Вот об этом я тебе и говорил. То есть еще нужно будет один молот запустить сюда, чтобы уничтожить этот перец никчемный. А так я не могу их ни лечить, ничего, ребят. Окей. Теперь хоть что-то мне стало ясно. И я думаю, нафиг тут этот молот нужен? Вот он для чего. Блин, ну конечно, с этими плохо драться. Викингам против ракетников — это вообще не вариант. Просто не вариант. Уничтожим этот с тобой перец. Можем своих будем, по крайней мере, лечить. Сможем их лечить, да. Сможем лечить, потом надо будет уничтожить их перец с их стороны. Сейчас получишь, да, сейчас получишь. А так они сейчас, друзья мои, до сюда дойдут и сами себя поубивают. Вот именно здесь, поверь мне. Так. Хламину, правильно, их в хлам. А так бы мы могли бы лечить бы наших воинов, если бы они были бы без гипноза. И так же, как если бы были бы вражеские без гипноза, я бы смог бы их замораживать. Вот тебе и вся простая истина. Так, молот, ребята, готовится. Я думаю, что где-то надо будет 3 выстрела, да, делать, потому что недостаточно будет еще одного. Но мы их тут, смотри, прижимаем. Довольно неплохо прижимаем. Так, сейчас они тут друг друга, конечно, поубивают. Это я тебе точно говорю. Молот готов, друзья мои. Молот готов. Бросаем. Давай, Тор, помогай. Ну, я тебе сказал, да? Нужно будет еще один выстрел делать.
Так, что у нас тут происходит? Смотри-ка, наш викинг каким-то чудом дошел. Кстати, вот здесь вот их можно замораживать и лечить. Сейчас мы их тут нахлобучим с тобой по ходу дела. Давай, 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 бомби. Смотри, смотри, что происходит. Все, по-моему, друзья мои. Крантарики. Вази. Да-да-да-да, император, не прыгай там, не прыгай. Погоди, это что такое? Эй, подожди. К следующему раунду мы победили. Все, друзья мои. Фух, это был первый раунд, да? Остается еще два, насколько мы помним. Как он называется? Глотнуть пыли. Молодцы, парни, осталось всего два раунда. Похоже, что следующий раунд будет непростым. А что, суть? Собрать золото. Второй раунд, глотнуть пыли. 100 золота за каждую победу. Выживи в каждом бою, чтобы получить 1000 золота и выиграть раунд. Так, выживи в каждом бою, чтобы получить 1000 золота и выиграть раунд. Это мои? Это мои, ребята. Один готов, осталось 9. В плане 9. Чё 9-то? А, раундов? Так. Топорщики идут. Окей. Так, а эти-то там куда пошли у нас? Я не могу понять. В чем суть? В чем приколюха? То есть я должен вот топорчиком что ли проходить этот раунд? О, нет, 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 нет. Они же нас тут сейчас поубивают все, ребят. И как я тут должен был? Мясник убивает из соревнований. Ого. Мочи. Не-не-не-не-не-не, парень, отцепись. Отлично. Так, кто у нас там дальше? Ты, блин, сейчас серьезно, что ли? Да ну. Там их две катапульты. Фух, справились. Так. Тут-то что нам с тобой сделать? Ну давай, наверное, вот так вот поставим броню. Бумс. Зашибись, у них еще и вражеский великан идет. Сколько стоит? 200. Пошла, да, битва? А, у нас есть хил. Слушай, ну возможно за счет хила мы с тобой здесь выиграем. Надеюсь на это. Есть. Так, что там дальше? Что происходит? Ага. Где викинги? Это мой? Х.
хреновенько я их поджарил, если честно. То есть, если они завалят, что будет? А они ведь завалят. Он один не справится. Хотя, нет, не справится. Мочи, так, тихо. Хиляйся. Да восстанавливай ты себе здоровье, так, господи, ну что ты в самом деле-то? Прикидываешься тут немощно мне, а? Давай с этим великаном. Вытряси ему душу. Что мы можем с тобой вот так вот делать? Хе-хе-хе. Так же намного лучше, верно? Упс. Так, что нам здесь делать? Что тут думать? Давай сжечь. Так, где мой великан? Вот он. Подожди. Ну, я не знаю, хорошо это или плохо, ребята. Но... Блин, конечно, мне бы лучше бы двойничка бы сделать. Ну, давай попробуем. Так. Окей. Так, мы можем с тобой хильнуться. Ну, с последними справимся. Я устал и голоден. Надеюсь, в финальном раунде будет соревнование с едой. Если нам все удастся, то у нас будет много еды. Фух, победа, ребят. Так, дева в беде. И если мы победим, эта 1000 коров будет моей. Хм. Нашей, я хотел сказать, что 1000 коров будет нашей. У нас будет большое барбекю. И мы прибыли в суперфинал. Дева в беде. Первый, кто освободит свою деву, станет победителем праздника сосисок. А где дева? Так, освободить деву первым, чтобы победить на ПВСС. Где дева-то? Прекрасная девка, а мясник-неудачник. Вот так ты говоришь, да, гаденыш? Я не могу понять, какую девку я должен... А-а-а! То есть, либо вот эту, это мы, либо они вот свою, да? Все, я понял, друзья мои. То есть, я должен им всячески мешать. Травим тогда их тут. Травим. Отравил называется, да? Тихо. А что я могу им тут сделать? Смотри, что творит. Отравление вам, гаденыши. Так, еще. Вот так вот. И вот так вот. И заморозку вам. А, он тоже. Он тоже, друзья мои, не просто так. Он тоже там, смотри-ка, фокусы вытворяет. Буду бомбить каждого. Так, мы уже почти в уцели, ребята, почти в уцели. Лишь бы сейчас что-нибудь какую-нибудь пакость не сделал он мне, и все. Давай, манну, бери быстрее, заморозку сделаем. Ах ты, смотри, что творит. У нас есть победитель! Так, что, еще не конец? Еще не конец? Ты убил нашу девку! Ты за это заплатишь. Давайте преподнесем Чернобороду хороший урок. Уничтожить Черноборода. Вот так вот с лету, что ли? Ману, поджигай. Так, а у нас... Выпустить гигантов. Каких еще гигантов? О чем он там говорит? Твою же налево. Так, ну мы-то тоже с тобой тогда будем выпускать гигантов. И помимо этого еще и травить их.
Так, подожди, а у нас... Ну, у нас идут гиганты. Только что я должен сделать, я не могу понять, если честно. Предположим. А где у нас, извини меня, Голда? Голда идет. Непонятно с чего вдруг, но она идет. Ракеты к бою. Ракеты к бою. Гвоздики, блин. Ну давай, бомби ракетами своими. Так, один великан, друзья мои. А, видимо, если рудник будет у нас, да? Да, похиляемся. Так, тихо, тихо, тихо. Там катапульты пошли, друзья мои. Мне нужна мана, мне не хватает маны. А эти замораживают. Хиляем. И что делают вот эти чуваки с молотками? Заморозку. Я ничего не могу сделать. Вырвался, да? Кое-как. Манна, манна. А, вон его база-то. Ну, черноборот. Ну, держись. Так, тихо. Так, что я могу здесь предложить, ребята? Только лишь вот такой вариант. Так, не хватало мне тут, блин, некроманта этого вшивого. Смотри, что творит. Ну! Господи, он так и будет своих скелетов этих вызывать, что ли, паршивых. Хиляемся, хиляемся, хиляемся. Да неужели? Шикарно. Давай, 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 родные мои. Поднажали, чутка осталось. Все, возьмем-ка его, ребята. Трещит по швам. Трещит по швам, я тебе скажу. Ну. Что-то он взгрустнул такой, сразу взгрустненький стал. Смотри, черноборот-то. И... Тебе повезло, что я не люблю Чернобородова так же, как и ты. Иначе ты был бы дисквалифицирован. Ура, готовьте гриль. Победа, друзья мои. Кушать подано. 1000 коров они выиграли. Поздравляем, вы прошли все кампании и разблокировали новый скоростной режим Турбо. Ну что, друзья мои, как вы понимаете, мы с вами прошли полностью игру. За всех, как говорится, за все расы. Тут есть, конечно, еще... Так, битва. Викинги против викингов. И испытания. Но это уже, ребята, так, побочки. Так что всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!